Всем привет! Продолжаем гулять в образах античной мифологии, в библейских персонажах и образах святых. Вот сегодня я хочу вам рассказать о Кире. Это легенда о рождении и детстве Кира. Кир. С именем Кира связаны многие легенды. Одна из них гласит, что медийский царь Астиаг отдал свою дочь Мандану, жены Персу Камбизу. После совершения этого брака царь увидел во сне виноградник, который вырос из чрева дочери и покрыл все земли вокруг. Маги начали толковать это видение, а истолковали сон как предзнамение того, что сын Манданы свергнет Астиага и будет властелином Азии. Когда ребенок родился, Астиаг приказал одному из царедворцев умертвить внука. Но тот пощадил младенца и отнес его на пустынную гору, где маленького Кира скормила собака. Нашедший мальчика пастух воспитал его как родного сына. Вот это Кире, первом царе персидского государства. Такая вот картина. Посмотрите, что я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет. Пока-пока. Немножко о Кире, первом царе персидского государства Ахеменидов. Пока-пока.